Красноярский театр юного зрителя покорил столицу новыми постановками. Накануне на сцене легендарного театра имени Вахтангова наши земляки показывали прогремевшую в прошлом сезоне премьеру «Гоголь. Экспонаты». Спектакль, погружая зрителя в мир гоголевского Петербурга, окружает его загадками, метафорами и образами. В итоге каждый человек выделяет то, что близко именно ему, и наполняет повествование собственным смыслом. Красноярская публика горячо приняла этот театральный этюд. Теперь постановка «Гоголь. Экспонаты» очаровала и москвичей. Вот какие отзывы оставили люди в социальных сетях. Эти большие гастроли, как их называют в ТЮЗе, стали частью празднования столетнего юбилея Московского театра. Помимо «Гоголя» красноярцы покажут такие спектакли, как «Алиса», «Хлебзавод», «Бендюжник и король» и «Хроники Нарнии». Все они давно полюбили зрителям и получили признание критиков. Например, музыкальная трагикомедия «Бендюжник и король» эксперты выдвигали на «Золотую маску» сразу в 8 номинациях. И в 2 из них спектакль победил. Гастроли Красноярского театра в Москве продлятся до 24 августа.